Всем мир, друзья! В общем, начинаем сегодняшнюю рыбалочку. Сегодня будем искать зубастых, полосатых. Ну, конечно, цель хотелось бы, конечно, сегодня половить окуня. Желательно покрупнее. Ну, а там как получится. Погодка, конечно, сегодня такая, средняя паршивость. Ну, тем не менее, это число сегодня у нас... Уху-ху-ху-ху. 23-е. Ну, половим щучку, окуня и все дела. Палочка сегодня у меня CF Perfect Jig. С тестом 7,28, 2,40 длиной. Опа, блин, что ж у меня... Ну, ветер тянет чуть-чуть. Будем искать. Передвигаться. Долго в одно место как бы упираться не буду. Ну, а там будем смотреть, искать. Конечно, хотелось бы... окушка половить. Ну, это, конечно, как сложится. Шнур 0,1. Тоненький, вообще тонюсенький. Что-то я давно уже как перешел на шнуры тоненькие, так и до сих пор что-то мне зашли они. Ну, обрывы, конечно, не держат, но тем не менее. Ну, давай, сделай красиво. Ну-ка, 8 грамм против течения. Чуть-чуть долговато подвисает. Но иногда это, конечно, это есть хорошо. Ну вот, чуть-чуть покидал тут в одном месте. Ну, буду передвигаться, обкидывать, пробовать, конечно, в цель. Упор по окуню. Ну, а там как, ребят, получится. Все, гоним. Буду, если вы, точнее, как сказать, если вы смотрите, значит, что-то у меня срослось с рыбалкой. Все, погнали, ребят. Нифига себе. Вот это ударчик был. А это окунь. Трясется. Вот это первенец. Да еще какой. Офигеть. Вот это окуняшка. Вот это горбыль. Вот это окунь. Это я... понимаю размерчик. Ну, с таким засандалистым зашел. Кстати, подбитый у него даже плавник какой-то. Шикарный, шикарный окунь. На копчушку таких, блин, офигеть.
такой первенец. Ну, засандалил. Не ожидал таким стуком аж. Бух. Я думаю, что процентов 90, что там удар был конкретный, что будет видно на камеру. Шикарно, шикарный окунь. Худой, правда, длинный, но размер радует. Такой вот красавчик. Блин. Я даже не знаю, куда его и кидать-то. У меня... А, ведерочка есть пустое. Как раз под окуней. Тем более под таких-то. Офигенски. Просто бомба. Пах, так аж. Блин. Сразу настроение поднялось. А то хожу, ударов нету. Ну, может, частенько на окуня, что вот выбираешься, он с утра может так себе. А потом может начать. Так. Резина маленькая, короче, вообще миниатюрненькая. Вот такая вот. 6 грамм головка. Фух, все, продолжаем разговор. Двигаемся в нужном направлении. Ну, мы сейчас еще с подстеночки здесь опробуем. Народу вон сколько я смотрю. Люди отдыхают. А кидал, главное, чуть-чуть побольше резину. Нифига вообще не стукал. Поклевок не было. Ушел на уменьшение. Вот первая поклевка. Ну давай, давай, еще один. Вот он. Красавчик. О, такой пузатенький. Все, экспериментирую с наживками. А тут все-таки красавчик, блин, камеру залипает. Такой. О, пузик. Небольшой, но тем не менее. О, в этот раз уже на беленькую такой отозвался. Может, и надо сейчас беленькое, что-то светлое. На улице пасмурно. Может, и будет простреливать. Блин, погода, конечно, шепчет. Вроде бы и не холодно так. Относительно нормально. Но морось вот эта вот мелкая-мелкая. Идет. Давай еще один сразу же. Вот он. Но этот такой аж так тык. Подвис. Блин, хороший тоже или нет? О! Ах ты! Полосатик-то. Взял, сошел. Блин, шикарно, шикарно. Вот только начинает, можно сказать. Уже вернулся, где вот самого первого крупненького вытащил.
Сейчас здесь постою и пойду уже, получается, в сторону дальше. Нету какой-то вот у него приоритета по резине. Уже дождик такой прошел, блин, моросью такой аж сильный-сильный. Взял с собой химзащиту, вот. Самый, наверное, лучший плотный плащ. А уже снимать. Вот он. Мелкий какой-то. Но полосатик такого-то мы отпустим. Прижал, кстати. Ну, поклевочка была. Небольшая, но тем не менее была. Ну, будем надеяться, что ребят еще... рыбка будет шевелиться, и что она только-только начинает. Сейчас еще тут минуток парочку постою. Вот. Блин, да хорошим таким ударом аж. И опять эта резина. Блин, и горбатый-то, а. Опа, опа. Вот это да. Вот это да. Все, наверное, вот это вот. И не пробовать, не экспериментировать. Я и так вон уже накидал всего там уже. Ну, наверное, мелких уже не буду брать. Ну вот, ребят, очередной красавец. Такой, блин, коник. Все, ну, наверное, мелких вообще не буду брать. Вот, ну, если буду брать, вот чисто вот таких вот покрупнявей. С резиной все, наэкспериментировался. Короче, вот такая вот расцветочка, маленькая резина. Чуть-чуть стянул ее, конечно. Ну, такой вот коник хороший, шикарный. Буду пробовать чисто вот этой вот резиной. Вот 8 грамм. В принципе, на нее поклевки всегда вот есть. Что-то пробую. Там всякие разные цвета, там размеры. Вот именно вот мелкая. Если второй окунь крупный, именно на мелкую, ну и буду уже от нее в нее упираться. Блин, ну таким щелчком аж, блин, аж в руку аж. Честно говоря, как судак такой, блин. Блин, вообще, вот эти вот поклевки, ребята, это тоже так многого, очень многого стоит. Такие окушки, блин. Шикарная, шикарная. Сердце аж в пятки так аж бух после таких поклевок-то, а. Да. Вот. Блин, опять, ребята, это беспредел. Но это тоже поменьше, чувствуется уже поменьше. Блин, ну тоже, нифига себе, коники. Ребята, это бомба, просто. Аж пуф. Вот, дождался выхода его. Блин, ну... Ну, расцветка, да, у него, они здесь такие, как пятнистые такие.
Ну, это окунь. Ха-ха-ха. Бомба просто. Ха-ха. Я опять такой. Да, мелких вообще брать не буду. Вот, ну вот это вот будет уже мелкий такой. Меньше уже брать 100% не буду. Фух, в принципе, ты уже себе на небольшую копчушечку набрал. Вот он, видать, а с самого утра, то сколько вот прокидал, тоже вот прошел. Поклевок очень мало было, и я бы даже сказал бы, было не было. Вот у него начался выход, сейчас, наверное, около 10 утра. О, блин. Ах ты. Был. Где-то он там, вон аж. Ну, давай сейчас еще. Под дерево, получается, занесло. И зацеп. Может, отдаст, а может, не отдаст. Ну-ка, доплывем сейчас, дойдем. Ну, это дерево я и цепанул. Вот ближе к дереву как раз поклевка и была. Тянется там. И ветка, наверное. Точно. Вот он. Отдала. Нифига тут ветка. Вот с подветки с этой поклевкой была окуня. Тихо. Не путаемся. Ну, в общем, ребят, за поворот вышел. Там ветрище такой фигачит. По ходу дела, ну его нафиг. Буду в этом пятаке туда-сюда ходить, изучать дно. Ну и заодно, может, что-то все-таки я уговорю еще. Есть. Жестко, но это что-то не окунь, по-моему. О, судак. Ха, первенец в этом этого года. Опа.
не знаю, как там, камера заляпанная, не заляпанная. Первый такой красавчик, небольшой, ребята, будет отпущен. Хотел ему в рот засунуть, он, подлюка, хотел меня цапай сделать. Первенец этого года, сколько ловил, ловил, первого засандалил. Ну, такой жесткой-жесткой поклевкой. Может, сейчас попробую, что-нибудь другое попробую насадить. Может, тогда будет судачок. Все, в плавание. Круто. На мелкую резину. Залетел, залетел. О. Поклевка еще была. Уже повесил резину чуть-чуть поболее. Под судачка как бы будет более-менее. А может, и окунь стукнул. Непонятно тоже. Он сегодня так вдаривал. Короче, могёт. Иногда. Блин, только кончился, опять пошел. Нифига себе. А, случилось чудо. И камера, как обычно, заляпана. Долгожданненький. Ну, не будем уже таких брать. Уже будем брать солидного размера. Блин, дождик задолбал уже. Он как-то порывами, полосами аж идет. То есть, то нету, то есть, то нету уже. Поднадоел чуть-чуть уже. И ветер этот еще. Ну, ветер-то ладно, бог с ним, можно было бы еще. О, нифига усандалилось. О, нифига окунь. Офигеть, ребята. Вот это горбач. Еще один. Да на здоровую резину аж он. Заживал 120. Это, по-моему, 120-е. Если я не ошибаюсь. Блин, вообще шикарно. Я уже думал, уже все. С почином очередным.
Круто, круто. Залетный был. Блин, сразу проснулся. Так. А вот так вот на серединочку. Ну зато хоть судака сегодня поймал. Офигеть, блин. Ну, по поклевкам непонятно. Были тоже жесткие поклевки, холостые. Но точно не могу сказать, может это и не он был. Ну, я имею в виду не судак. О, блин, была поклевочка, прямо онлайн. А что ж ты не сел? Не знаю, вот что ему надо. Не порезало? Да не, либо окунь, либо, ну, больше всего на окуня. Хотя одиночная такая вот. Ну, крупный окунь сегодня вот тоже, вот он бил вот-вот. Один раз вот шлепнет и все. Это мелкие там по два, по три тычка делают. А крупный он. Один раз подбивает. О, офигеть, да хороший, вроде бы сошел, а на меня пошел, ну да, такой тоже неплохенький, нифига себе, о, придавил, а я и поклевки и не почувствовал, чувствую только это, ну такой симпотненький. Симпотненький. Отличненько. Ведерочка у нас маленькая, но наполняется. Ты гляди, а против течения кидал нифига. Когда тянешь против течения, а тут поджал все-таки. Может еще? Закругляюсь на этой ноте, наверное. Что-то я сегодня... Этот дождик, вон воды уже, ну, не сильно много, конечно, в лодке. Но, тем не менее, есть.
Не знаю, блин. Так, взвесить. Сейчас можно взвесить сразу же. Хотя бы одного окуня. Блин, тут воды везде, абсолютно. Так. Так, есть безмен? Есть. Опа. Так, обнуляем. И какой там самый, наверное, утренний, вот этот, наверное, самый такой босяцкий. И, ах ты, $470 окушок, хороший окушок. Ну вот, и количество не сильно, конечно, густо, но и неплохо все равно, я считаю. Да, согласен, что много холостых поклевок, плюс ветер, конечно. Ей были еще перспективные места, куда можно было подойти, но там ветрище такое задувал. Я туда попытался выйти, плюнул, короче, развернулся и назад ушел. Так походил, побродил, ну, блин, классно, кстати. Все равно, рыбалка, она даже в таком вот состоянии, как она вот сегодня получилась, и то нормально. Ну, а с погодой, если мы будем выбирать погоду, это, конечно... под рыбалку, сидеть нам всем дома. Ну, так что, вот так вот. Вон, в плаще сегодня вот сначала пытался снять, потом одеть, потом плюнул, одел уже. И дождик идет, я в плаще, дождик не идет, я в плаще, как бы, так вот. Все равно шикарно. Ладно, все, ребят, всем мира, позитива, здоровья, всем пока-пока, до новых.